В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи. Средства предназначены для доплат пенсионерам, сообщает пресс-служба президента. Размер выплаты остался прежним – 150 приднестровских рублей. Деньги должны быть выданы получателям до наступления новогодних каникул, подчеркнул президент. Вадим Красносельский поручил незамедлительно приступить к решению организационных вопросов. Обзор других наиболее важных новостей далее в выпуске. Члены правительства поддержали программу льготного кредитования на покупку компьютера. Цель проекта – помочь родителям приобрести для своих детей компьютер и комплектующие на цели онлайн-обучение. Напомним условия. Сумма кредита – до 7 тысяч рублей. Из 12% годовых заемщик будет оплачивать лишь 4% остального государства. Срок кредита – до 3 лет. Потенциальные заемщики – многодетные семьи, одинокие матери, семьи с ребенком-инвалидом, семьи, где оба родителя – студенты и другие. Важно, доход семьи не должен превышать 100% от величины прожиточного минимума в среднем на душу населения. В октябре этот показатель составил 1517 рублей. Кроме этого, действует практика, когда детям, у которых нет своих компьютеров, предоставляют место в компьютерных классах. Вдобавок, ряд министерств и ведомств, к примеру, Минфин, отдали часть неиспользуемой, но рабочей техники школьникам. До конца года в начальных классах приднестровских школ установят обеззараживатели воздуха. В остальных кабинетах рециркуляторы появятся весной 2021-го, сообщает пресс-служба правительства. Информационные стенды появятся в медучреждениях с нового года. В них четко пропишут, какими видами платного и бесплатного лечения и медицинских обследований могут воспользоваться приднестровцы. Каждое лечебно-профилактическое учреждение на основе своей специфики должно обозначить тот спектр услуг и исследований, которые они проводят. Макет стенда будет согласован с Министерством здравоохранения, а также направлен в правительство и Общеприднестровский народный форум. В Приднестровье усилят контроль за хвойными насаждениями, передает пресс-служба Минсельхозприроды. Перед Новым годом некоторые граждане спиливают елки, а делать этого нельзя. Может грозить штраф. Самый максимальный для юридических лиц – до 18 400 рублей. Если человек просто шел по улице и по пути решил прихватить с собой ель, то максимальный штраф свыше 2700 рублей. Даже за то, что просто веточку сломал, привлекут к админответственности. А если спилил много елок, то и к уголовной. Она подразумевает штраф 6440 рублей или исправительные работы до года.